Надо сказать, что к установлению рекорда тщательно готовились организаторы и повара ресторана «Облака». Сегодня будет совершена попытка установления нового мирового рекорда по приготовлению черноморской мидии. Предыдущая порция принадлежит болгарам, это город Варна, было сварено 89 килограмм. Сегодня этот рекорд должен быть побит минимум на 25%. К назначенному часу на улице был установлен гигантский казан, в котором уместилось 127,5 килограммов мидий. За взвешиванием и приготовлением блюда тщательно следил директор Международного агентства регистрации рекордов Влад Копылов. Он и вручил анапским кулинарам сертификат об установлении мирового рекорда. Такой порции мидий за один раз до сих пор нигде не готовили. Черноморская мидия «Анапа 2014». Общий вес 127,5 килограмм. Ресторан «Облака», Россия, «Анапа» 28 июня 2014 года. А вот куда девать приготовленную по всем правилам кулинарии с заморскими специями и цитрусовыми плодами сотню килограммов мидий, проблемы не возникло. Рекордная порция была съедена гостями и жителями курорта за 23 минуты. Также на фестивале состоялись соревнования по скоростному поеданию мидий. Чемпион Николай Некрасов из Краснодара съел 2 кило моллюсков за 12 минут 17 секунд. Отдельная порция была отправлена в Крым. Долетит ли она до адресата, неизвестно, но кому-то этот сюрприз все-таки достанется.